1 августа представители отдела муниципального контроля и архитектуры администрации Каспийска, а также общественной палаты и участкового уполномоченного полиции с рабочим визитом посетили 7-ю линию микрорайона «Кемпинг». В ходе рейдового мероприятия были выявлены порядка 5 объектов нецелевого использования земельного участка, на которых осуществляется коммерческая деятельность. Однако данные территории предназначены исключительно для жилищного строительства, то есть частного дома. Собственники данных помещения были приглашены в администрацию города для ознакомления с проектной документацией и правоустанавливающими документами на данный объект. Помимо этого, специалисты обнаружили отсутствие благоустройства прилегающих участков, вследствие чего владельцев коммерческих объектов обязали в течение недели привести порядок на прилегающей территории. Отметим, что специалистами будет производиться повторный выезд.